Ну что ж. Приветствую. Бам. Я уже немного прошел. Взялся за задание, связанное с плотиной. Там, короче, это самое. Воды дофига слишком было. Я пошел, нашел дамбу. На этой дамбе шарился какой-то чувак из Азирам, понажимал на кнопочки, перекрыл воду. Я, короче, все сделал. Она обратно потекла. Ну, то есть... ну, как-то все было устроено. Тут было дофига воды, хотя ее тут не должно было быть. Вот. А тот чувак что-то там понажимал, и когда я починил, вода ушла. Вот. Теперь я пришел сюда. Женщина говорила, что тут какой-то великий барабан или что-то типа того. Да, она там уже балдеет. Тут записочка. Последние девчонки на земле. Ну вот. На этой дамбе, короче, были всякие аудиозаписи с какими-то девками, которые работали там. На той дамбе. И они свою рок-группу колотили и хотели... Ну, наверное, они так и назвались, последние девчонки на земле. Фигню всякую по поводу их группы. Одну песню какую-то сыграли дурацкую. Вот она. В прямом эфире из студии «Бассейн водоразлива» группа «Вечеринка на бетонном пляже». Раз, ну, два, может, раз, они два, по-другому три, назывались. Короче, да, они стучали просто по трубам и что-то пели. Короче, кринжово довольно получилось. Это мне не нравится. Походу, она как раз... Эта женщина... Нет, она просто по трубам стучит. Не понимаю, в чем смысл. Ну, издают они звуки жесткие. Ну, она балдеет. Ну, что ты стучишь? Что стучишь? Вода пронеслась быстро, как спетая песня. Тебе нравится моя музыка? Нет. Никогда подобного не слышала. Потому что нигде больше не найти места с таким резонансом, что звук отдается в тебе, в каждой твоей косточке. Не завидую ее соседу. Конечно. Никто не знает эти трубы лучше меня. Долбит по трубам и долбит. Я научилась узнавать их гораздо раньше, чем ходить. Спасибо, что осушила воду. Ты помогла не только мне, но и моим предкам и их песням. Прошу, возьми это. Просто в знак благодарности. Блин, секунду. Извиняюсь. Блин. Да, ну. Мне дали приз за то, что я осушил что-то там. Вот эту всю фигню. Не знаю. Странный был квест, но там был интересный чувак из Азирам. Веселый такой.
Наверное, ради него только и нужен был этот квест. Вообще анимации, по-моему, подтянули. В этом дополнении, когда они разговаривают, хоть что-то происходит, они там двигаются, шевелятся, что-то руками махают. А то раньше они просто стояли, договорили. Крупным планом их лица показывали и все. Учли, видать, пожелания игроков. Но мне и так норм было, как бы. Особо не жаловался. Вот, а здесь рядом, если можно так его назвать, основной квест. Надо найти ту самую, как они тут называются, ну, жрица, короче, грубо говоря, которая пошла с вулканом разговаривать. Пойду сейчас по ее тропе ее искать. Я убил там этих коз, кого-то еще, чтобы получить карты. И тут вот всякие штуки да имеются. Да, надо хотя бы вот эти собрать. Сколько у меня, кстати? Тут же есть специальное ару. Вот, могу купить лук. Пробивной лук, ударный лук. И шмоточки еще есть. Не знаю, зачем они нужны. Но, ладно. Пускай будет. Ладно, наверное, все равно надо купить все оружие. Во, первый обмен, уже приз получил. Надо посмотреть на него. Так, на особое оружие или костюм обменяли. Да, хотя, честно говоря, я не уверен, что мне нужны все эти ачивки. Платина как бы уже в кармане получена. А еще я нашел третий предмет из пасхалки про игру Кодзимы Death Stranding. Там был жетон, который у Нормана Ридуса на шее. Ну, то есть множество жетонов на нитке. Фигня, которую он подключал в сеть хиральную. Ну, короче, как оказалось, эта пасхалка была еще с самого начала, с выхода игры. Типа, в 2017 году. Я собрал этих три предмета, пошел к торговцу, обменял, получил кучу модификаторов и вот это. Теплые носки. Я не знаю, они ничего не означают. В игре ничего не было про носки в Death Stranding. Так что какая-то дичь. Но у меня это есть. Могу теперь гордиться. Такие дела. Полезная штука. Так, стоп. Не тот лук. Где мой лук? Да, вот этот сюда. А этот новый сюда. Попробую. Ну вот окей, я вытащу модификаторы из старого лука и сравним. Электричество, холод, заражение у меня тут было. Так, 5.30, 5.30, 0.60. 5.55, Да, получше таки будет. А еще у меня... Да, я нашел еще вот такую вот спиральку. Так сказать, супер спираль.
барабанщицы в том самом месте, в дамбе. Так оно еще фига. Оно как раз именно на этот луг, на холод, электричество и заражение. Одобряю. И еще заражение можно бахнуть. Блин, у меня вообще 108 уже есть заражение. Охренеть можно. А тут еще и холод добавляется немного в этой спиральке. Ну, все, имбалансный лук на месте. Все, можно балдеть. Спасибо, мужик. Спасибо. Пойдем искать тропу шамана. О, шаманы, вот как их зовут. Надо еще самоцветиков нарубить. Кстати, здесь в одном квесте, ну ты, наверное, видел, помнишь, будет возможность вставить как раз этот модификатор в копье. Прикрутить, так сказать. Возможно, стоит на него сходить в первую очередь. Просто мой квест сейчас здесь, а эта фигня вот тут находится. Вот. Там какие-то руины, и я там смогу модифицировать копье. Туда? Окей, окей, все. Это у нас дело. Без проблем. Ща пойдем. Надо только эти кристаллы найти. Я уже прям где-то прям в них стою. Понять не могу, где они. Ага, вот. Это рыскарь. Где еще скопление? Там кто стоит? Коза. Я думал, это человек. Окей, тут хотя бы одно скопление есть. Где еще одно? Коза, где оно? Я сползаю. Сползаю, коза. Вот, они тут накапливаются на падальщиках дохлых. А я их беру. Так, ну это где еще один-то? Я, конечно, извиняюсь, но это. А, это оно и есть, лол. Я тут рыскаря видел. Все, беру. Ухожу. Прочь. Я эти модификаторы оставил. У меня их вот есть урон от копья 26, 24, 22. Ну вот, наш выбор, так сказать, это мне не нужно. Да, прикольно. Модификатор еще нашел, этот такой модный, прям пипец. Сработает ли заражение на машинах, которые эти самые, какие они там, демонические? Туда иду вообще, да. Оттуда я залезу, интересно, отсюда. Скорее всего, нет. Отсюда дамба будет видно. Да, вот она клевая такая. Что там, картинка не сыпется сегодня нормально? Вроде бы да. Да, я по-любому туда не залезу отсюда, воу. Паркур. Вот, я входил в нее снизу. Но сверху я тоже полазил, потому что интересно было. Так, ну хорошо, хорошо, что красиво.
Вот, короче, такая дамба. А, да, вон там этот вулкан. Он прям пипец. А еще здесь, не помню, видел или нет, но новые штуки. Одна из новых машин — это просто такая тилда. Вышка управления, которая всех делает как раз-таки демоническими. Это просто такое себе дерево. Вон оно там испускает фиолетовые флюиды. И вокруг ходят зараженные машины. Ну, я не знаю, какая разница. Они просто сильнее становятся. Они ж как бы и так не рады были меня видеть. Чё меняется-то от этого, что они зараженные становятся, не знаю. Коза на льду. Да, вышку по дороге можно... Ёлы-палы, а чё это костёр открыт уже для меня, не понимаю. Можно и бахнуть эту вышку по дороге. Не туда полез. Я уж думал, пещера какая-то. Оп. Ну ладно, вышка, берегись. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? А, щелкозубыч. Ой, так тут две вышки. Интересно. Ну, придется их разваливать. Нифига, у меня тут какие-то индикаторы новые. Нифига, он не попадает, этот... Так, я поплыл. Нет. Нет, я не хочу так умирать. Я не знал, что здесь вода. Дается мне щелкозуб. Надо его емкость развалить, да, вот эту самую. Мазу немножко. Не успел отпрыгнуть. К сожалению.
Так, ну, с одним хоть покончили. Блин, я опять поплыла. Так, а хп-шка сниматься не будет, типа, да? Что происходит, блин? А, в натуре. Не бейте меня, пожалуйста, твари. Мне надо перехватить управление срочно. Нет! Так, ну все. Они теперь оглушены немного. Видимо, тактика такова. Жизнь регенит, вот сука. Такое мне не нравится поведение. С первой вышкой как-то все было довольно просто. Я вас понял, ребята. Мы зашли в зону этой вышки. Мне пора. Лезь! Ладно, спасибо, что подвезли. Так, ну да, пора поплавать. Что началось-то, я не пойму. Перехватывай. Не бейте меня, пожалуйста. Не стреляйте. Помогает бить палкой. Да, конечно, не допрыгнула. Оно выключает мне щит. Вот это мне не нравится. Так, пожалуйста. Пускай меня никто не будет бить. Здорово. Все. Все отключились. Интересно получается.
крайне интересно все получается. Я не подписывался на такой челлендж. Ай-яй-яй. Страшно, вырубай. Еще и больно. Не только страшно. Да, я все-таки попал. Я понял. Ага. По второму скучали как раз. Да. Это уже видно было. Блин, а вроде все получалось. Последний остался на пол шишечки хп у него было. Я что-то расслабился. Неужели все по новой? Ну да, 100%. Блин. Откуда же я начну, я даже не знаю. Замечательно. Стучишь, да? Ну стучи. У меня есть новый лук. Нет, да? Нет, да, нет. Лук защитника Банук. Лук защитника Банук, да, это он. Он хотя бы есть. Это радует. Значит, и все эти кристаллики должны быть собраны. Сейчас посмотрим, да. Правда, с этой башней пока еще непонятно. Как у нее там дела? Блин, ну бежать, да, бежать.
Я вот не понимаю, пропадают ресурсы, которые я нашел за это время, или что? Наверное, так. Модификаторы-то вроде бы вкручены в сети. Да. Вперед, Элой, вперед! Пошевеливайся, пошевеливайся. Это ж причем я дрался с этой броней, которая поглощает урон. Это ж вообще жесть какая-то. Я не мог перекатиться, он меня как будто станил своей атакой и сразу начинал следующую, а я еще шатался. И не мог отпрыгнуть, она не нажималась, типа, я жму, она не уворачивается. И погода испортилась, ай-яй-яй. Так, ну че, как тут дела? Ну, кто-то там срет фиолетовым, как минимум. Как минимум все. Ладно. Подойдем к этой задаче более хитро. По стелсу. Может, у меня есть что-то более стелсовое? Нет. Сейчас на изи все пройду. Они ж не будут такими же сильными, я надеюсь. Но их так и жахнуло. Ну ладно. Не пофигу, я по стелсу пойду. Я невидимый боец. Прыгай. Перехватывай. Так. Еще одна пердильная машина. Так, ну отдыхайте пока, ребята. Заряжается. Да что ты говоришь? Шутишь, наверное. Перехватит, говорит, может, управление по башне-то. Возможно, это все башни. И оно застанило их опять, поэтому воспользовавшись ситуацией. Здесь все и закончится. Жопа не взорвалась, а? Взорвалась, похоже.
Не вовремя я перекатился немного. Ах-ха-ха, какой тайминг, как он меня оглушил. Какая же сволочь, а? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Что с ними делать? Какого дьявола ты здесь шумишь? Он не оглушился, значит я не попал по жопе. И теперь вроде попал. Что это было? Ребята, я вас попрошу угомонить свой пыл. Я не пойму. Я думаю, нет. Ты попал. Вовремя, блин, уворачиваешь. Что ж такое-то? Что у тебя там вообще происходит? Блин, как же далеко она бьет. Подожженный, подожженный. Это же не шутки какие-то. Зачем ты ходишь по своему другу? Ты уже замороженный. Жесть какая-то, но это еще не конец. Там кто-то еще ходит. Падальщик несчастный. Сейчас я ему 3 стрелы сразу всажу в его гребень. Ну давай, иди сюда. Иди сюда. Так. Еще не все, да? Ок, ок. Капец, как он долго заряжает этот лук, то есть она...
Shit. Побольше бы удобства в этот лук. Ну, есть плюс 33 удобства. Блин, что не хватает-то тебе? Отдельно удобство, что ли, вкачивать? Не знаю даже. Странно. Так. Все, вроде со всеми разобрались. Проводов пособираем немного. Так, а зона-то разве зачистилась? Алло. Или оно просто с карты пропадало? Я... Что-то... Ну вот тут была. Да, вот тут вот была и пропала. Но, видимо... Видимо, все готово. Можно уходить. Я вроде управление перехватывал так-то, а оно типа живое. То есть вот это взорвалось, конечно. По какой-то причине. Но этот я тоже убью. Пока. С этой башней тоже надо разобраться, я думаю. И надо. Дурацкая башня. Фу, противные какие. Оказалось, не так сложно все было. Она просто была одна. А здесь их было до хрена. Целых 3 штуки на кучу. Это уже не шутки, блин. Да, я вообще ничего не чувствую в этой воде. Тяжело, я ничего не чувствую. Я не уверен, что она и раньше что-то чувствовала. А, тут типа еще одна. Ладно, наверное, туда так просто не попасть. Пойду... Куда я иду вообще? За той. Там тропа наверняка квестовая. Белки, кстати, тоже есть, и совы. А вот где эти кристаллы, непонятно пока. Должны быть как будто прям посреди дороги тут. Hello. Понял. Глаза светятся. Какой-нибудь шаман будет счастлив заполучить этот синий самоцвет. Да уж не то слово. Санки тут какие-то.
на мана. Продвигаемся. Скоро копье будет непобедимым. Буду всех жахать этим копьем на повышенный урон. Тихо там, козюля. Мне кажется, я там нарвусь на какую-нибудь новую машину. Где как не там. Ну, то есть не на ту, которую я уже знаю. Огневолк вроде зовут. Ну, прям неизведанную. Буду ее сканировать, изучать. Она меня убьет. Северное сияние тут. Мы же на севере, правильно? И тут сияние. Какое северное? Пойду по соседней тропиночке, думаю. Поселение там. Какое-то. Это ж тропинка, да? Ну да. Я вообще абсолютно логичный человек. Так, вот такое поведение не одобряю. Чё, рыскарь, идёшь? Идёшь проверять рыскаря, идёшь проверять рыскаря, рыскарь, идёшь? А, рыскарь? Так, кажется, он не один. Блин, у меня еще был шанс. И по жопе получил. Тихо-тихо, рыскарь. Тихо, рыскарь. Ты что, а, рыскарь? Ты что? Ты что, рыскарь, а? Ну все, хватит с меня. Хватит своих рыскательных штук с меня. Я не к вам пришел. Я даже не могу попасть в очко его. Да, отличный замах. Непонятно, блин. Клювожор еще этот пришел. Да. Его мне тут еще не хватало. Отваливай давай от меня. Отваливай. Всегда бы они так отлетали, как и должны были. Двух выстрелов по их вот этим сраным контейнерам на спине. Так. Кристаллы. Что-то там какие-то страшные звуки. Он, походу, бизоны. Блин, они демонические или... Вроде обыкновенные. Ну тогда они страшные вообще. Но мне и дела до них нету, по сути. Блин, ну этот где-то под горой. Как будто на склоне или что. Походу там, где бизоны как раз гуляют. Ну ладно. Если это действительно так, то я пока обойдусь.
Я постелся вокруг бизонов. Уже ходил. Где кристаллы-то? Вон они. Ну что, может, я справлюсь? Есть костер неподалеку. Ладно, товарищи, поберегись. Я въезжаю. Ой, я поклоцался еще. Ай-яй-яй. Все, все нормально, все нормально. Только залезть еще обратно. Давай, пожалуйста. Нет. Извиняюсь. Просто мне не нравятся такие склоны. Очень опасный склон, но я, так сказать, немного ссу. Придется в обход. Залезай. Залезай. Возьми дорогу. Фу. Ну что, вообще, по-моему, неплохо все прошло. Покажу пока в стелс-костюме, на всякий случай. А то мало ли. Еще увидит кто. Вот так засмеют сразу и сожрут. А? Козлина. Ну все, прибыли. Карта тут не такая уж и большая. Но прикольная. Наверное, про эту пещеру говорил шаман. Глубокая и не сама появилась. А, щит. Here we go again. Ну, не знаю, могу в это... Возможно, я тут не одна. Как ты это поняла? Ну, вроде никто не пришел. Походу обошлось, или стелс-костюм сработал как надо. Главное, чтоб назад можно было. Найдите направляющую. Ёлы-палы. Да, не такого я ожидал. Открыв карту. О, блин, это ж типа самолет, ну походу беспилотник. Самоцвет на месте. Класс. Здесь еще должна быть фигурка, да вот она. Как? Осталось забраться. Да тихо. Если бы сдвинуть эту летающую машину. В натуре. Я по ней за фигуркой-то залезу. Так я, конечно же, справлюсь тоже. Забываем. Так, фигурка оленя. Фигурка 5.
Вот, олень, еще я нашел такую пуму. Тут не написано, как называется это животное. Походу, да? Но этого-то я точно знаю. Это олень. Я могла бы включить визор и оглядеться. О, оглядываюсь. Консоль платформы для управления транспортировочной платформой. Оу, шит. Беру, конечно. Как бы переместить сюда эту летающую машину? А я типа тут не прохожу, да? Тут... Она обычно в такие двери вставляла копье и такая, оп. И открыла. Блин, да как все? Ну сейчас за спидранью. Ну ладно, ну я копье сейчас модифицирую, ты че? Ты че? Вот, все. Спидран-стратегия уже активирована. Бам. Все, включаю. Сейчас поедем, и придет ловкач, наверное. Нет. А ты еще полетаешь. Теперь я могу перебраться. Я бы тоже полетал на этой штуковинке. Замок двери. Надо изменить конфигурацию. Можно послушать вам. Да, если пожалуйста. Остальные техники думают, что я позволю им вламываться сюда и в наглую переписывать программы. Досмотришь, если будет интересно. Они серьезно недооценивают мою целеустремленность. Надо только переустановить замок. Эхо, Сьерра, эхо. Эхо, Сьерра, эхо. Так. Что здесь эхо, сьерра, эхо? Вот это эхо, сьерра, эхо, я понял. Так, эхо. Сьерра. Эхо. Головоломка решена. Но мне, походу, далеко и ходить-то не надо, мне так кажется. Или надо все-таки. Где это я? Слушаю. Я поняла, мистер Бевинс. Я не просил прислать кучу летающих камер. Мне нужна охрана, а не система наблюдения. Охрана подразумевает оружие. Помяните мое слово. Рано или поздно здесь произойдет крупный теракт, и я не допущу, чтобы из патронов у меня были только холостые. Да все, мистер Бевинс. Угомонитесь. Я вентиляцию полезу. Нифига, блин, тут такая широкая вентиляция. Это точно вентиляция? Это похоже просто на проход персонала карликов. Возможно, предыдущая цивилизация была это карликами. Закрыли здесь и больше не трогали. Вай. Блин, текст. Не подпускай его к нам. Горит. Фаро, спонсор барьера. Ну, мы знаем, к чему это все привело. Бевинс, шестерка Фаро, порочный круг. Изоблюдство, бла-бла-бла. Так и написано. Короче, как-нибудь попозже осмотреть направляющую. Это что из этого направляющая? А, вот это и есть направляющая. Вытащили. Покажу шаману, как вернусь в грань песни. Все? Ну окей, покидаем. Сейчас будет ловчий на выходе.
Блин, ну я как будто его чувствую, прям. Сейчас познакомимся. Тихо. Я замечен. Или не замечен. Дружок, бесшумную атаку можно? Нельзя. Переодеваемся. Понял. Второй раз можно не повторять. Блин, а он динамический. Он был уязвим к электричеству, но теперь уже нет. Я смотрю. Оказалось, он обычный. Сажал в него, блин, стрел. У него и нет нифига хорошего. Это все с него послетало. Надо было оставить и урон по броне бы наносить. Я не знал, что он электричество не воспримет уже. Прыг. О, солнце встает. Тихо. Значит, это улучшит мое копье? Почему сама не можешь разобраться? Блин. Здесь и костра поблизости нет, чтобы себе сюда вернуться по-быстрому. Где костер? Обычно он есть в испытаниях охотничьих. Забегу, значит. Блин, звук будто вокруг еще ловчий ходит. Слишком уж какой-то такой знакомый. Рассвет. Новый день настал. It's a new day. It's a new life. Follow me, and I'm feeling good. Ту-дум, 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 ту-ду-ду-ду-дум. Так, это Банук сделала запись на чем? Там бумажка. Понятно, очень грустно. Не дошел парень. Шел-шел. И не дошел. Это там типа их город, я так понимаю. Ну-ка. Надо бы прочитать. А, щит. Последняя записка. Мир. Да, это оно. Последняя просьба. Да. Снегоступов нету. А у меня тоже, но я дошел. Всегда мечтал взглянуть на земли Банук собственными глазами. Кажется, у самых врат Бан-Ура. Ну, Бан-Ур это их столица, как они говорили. Но, походу, ее нет на этой карте. Понятно, короче.
Дружок не дошел. Блин, тут есть короткая дорога. Мне кажется, все не так просто будет. Так. Так. Возможно, все будет так просто. Тихо. Тихо. Показалось. Я не сохранился. Ну, мне вроде нечего терять. По квесту-то я все, да, я сохранился здесь наверху. Блин, какой отстой. Почему отсюда туда нельзя попасть? Нормально, нормально. Хорошо, что некому надо мной смеяться. Потому что меня никто не смотрит. Тихо, тихо. Блин, эти звуки мне не нравятся. На карте вроде нет никаких машин. Ну, как будто... Да, он таки здесь есть. Я просто побегу вперед. Извините, мистер Ловчий. Нет, 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 нет. Вы меня не видели. Я вас тоже. Просто прохожу мимо. Так, ну это огневолк. Очевидно, этого мы парня знаем. И Лентарок между ними ходит зачем-то. Приступайте к испытаниям. Я сначала копье улучшу, наверное. Если вы не против будете там. Так что, костра действительно нет? Нет, есть. Вот я на нем сохранюсь. Тихо. Как раз пойду. А, ну все, он уже открыт, могу сюда вернуться. Я так уж и быть подойду. Чтобы пройти эти испытания, я должна соблюдать правила. Здорово, охотник. Смотрительница здесь, а значок испытаний здесь. Ладно, я вернусь. Я вернусь, ребят. Не буду вас сейчас заморачивать. Не знаю, зачем я это сделал. Полетели. Полетели.
Так. Наши заботы не твоего ума дело. Я прибыл. Так, а что тут у меня происходит? Угу. Понял. Здорово, мужик. Тихо, тихо. Шаманские тайны нельзя произносить вслух. Давай копье мне делай. Привяжи его к копью. Прикрепи к нему пока вот это. Потом ты найдешь еще. Я уже нашел еще. Синий свет угасает. Песни машин иссякают. И что делает совет? Сидят, поют, наблюдают. Пускай хватит. Поют. Мы должны бороться. А ты? О, ты борец. Я борец. У нас общая цель. Насчет этого не знаю. Я даже не знаю, о какой цели речь. Но спасибо. Пожалуйста. Благодарность не нужна. Только действия. Теперь я могу цеплять к копью разные детали. Хорошо? Можно попробовать улучшить копье. Меню коробок с наградами. Да, только она синяя. Копье Сайленса. Оу, бой. Хорошо, что я все... не убрал. Так, а где новая эта модификация, о которой тут говорилось? А, ее надо забрать. Ладно, я возьму. А теперь разберу. Плюс 15 урона, смешно. У меня вообще-то вон какие есть. 26, 24. Вставляем. Хорошо, что я не оставил одну. Первая модификация копья. Вообще-то и вторая тоже. Получается у нас копье теперь гасит не на шутку. Блин, что-то я немного побаиваюсь испытаний охотничьих, потому что последние, на которых я побывал, были прям, ну не то чтобы супер сложные, но не могу сказать, что я от них забалдел. Было хреновенько. Но синий самоцвет мне еще дало. Это радует. Судя по последним странники Карха, на шее вот ходит, я его пробудил. Судя по последним тенденциям, лучше бы я сохранялся почаще. Здорово, ребята. Да наградит солнце тебя долей своей мудрости, охотница. Вот, спасибо. Каким ветром вас занесло так далеко от дома? О, поговорить можно. Много добычи и опасностей. Кого-то манит и то, и другое, и они нанимают проводников таких, как я. В этот раз нам не повезло. Хоть я и взяла с собой жреца, чтобы читал знаки. Я ведь сказал, что свет солнца был слишком красен в ту ночь, и... Это не твоя забота, охотница. Да поразят твои стрелы цель. Да, они точно поработали тут над
разговорами с людьми. Камеры меняют ракурсы. Они двигаются. В натуре во всем основном сюжете я просто ходил. Ой. Подходил к людям, и они стояли на меня, смотрели, ровно как и я на них. Блин, страница неплохая. Такая. Угу. Сиди. Пойду самоцветов пособираю и фигурку. У, коза, у, нагоню. У, индюк. Бам. Давай, давай. Катись отсюда, коза. Так, я еще не близко, я смотрю. Еще один костер. Ой-ой-ой. Что это было? Охренеть, блин, какой громкий звук. Они на кабана нападают там. Да, тут кабаны мертвые лежат. Ребята, оставьте его в покое. О, уже нарубили кабанов, ребят. Тут даже шкура есть. Возьму на всякий случай. Штука-то редкая. Там еще одна была, думаю, мне две уж точно не нужны. Нет, ну... Деревянная эта изба 1000 лет, мне кажется, не простояла бы. Статус парка. Коп парка. Ладно. Неинтересно, к сожалению. Так, ну все, чисто на юг. И самоцветы мои. Так, господи. Если меня никто не сожрет. Не могут они лежать просто так там. Скопление самоцветов. Или могут? Вроде бы нет никого. По-быстрому соберу. Может, никто и не сожрет. Где-то еще один вроде должен был быть. Блин. Ну, я что-то смотрел. Не досмотрел. Все, готово. Теперь фигурочку можно собрать. Не знаю, даже хочу ли я проходить испытание охотников на сияющее солнце, так сказать. Блин, а тут поселок какой-то прям был. Беременная фигурка. Очень древняя, ну очень древняя. Вот это кто? Бизон? Буйвол? Так. Больше мне здесь делать нечего. Вот пигмент тут подберу.
И загрузка побыстрее, потому что недалеко. Спасибо на этом. Следами как будто тоже поработали. На снегу. Ткань, костюм воина, елки. Это прекрасно. Тут тоже какая-то этот модификатор крутой какой-то. От рукопашных и от огня. Но костюм-то мой, как бы, от всего. Ну, это, видать, для специального костюма воина, который я смогу купить за эти самоцветы или кристаллы, как они называются. Но я сюда пришел за пигментом, он должен возле озера находиться, как мне объяснили. Но я его что-то... не вижу. Тем более у меня есть карта. Пигмента все не видно. Должно же быть его видно. Вряд ли он в этом сундуке. Ребят, есть у вас пигмент тут, нет? Хорошо выглядишь. Спасибо. Это все из-за брони вон он. Или нет? Блин, надо было посмотреть пигмент. Ну, понятно. Я думал, она на берегу озер растет. Ну, окей. Окалина темная. С третьего набора. И вечно оно появляется и тут, и там. Эти восклицательные знаки. Кому они? Угу, ну, туда еще надо сходить. Так, извиняюсь, да. И раз уж я тут, то иду. Да уж, я думал, будет хоть как-то показано, как она модифицирует копье, что-то там хотя бы прикручивает к наконечнику, как сказал этот шаман. Без него она бы и не додумалась так сделать. Но в итоге не произошло вообще ничего. Вроде все чисто и спокойно. Так, ну мне типа сюда залезать. Так понимаю. Нет вроде никого. Буревестники не нападают. Самоцветы собираются. Ну, хоть со звуком прикольным она их достает.
Малиновый звон. Немного разные у всех. Все. Блин, а здесь чего? Интересно-то как, но не сильно. Два осколка. Продать такой большой кусок будет не страшно. Это точно, это точно. Блин, ну если я отсюда... Вряд ли я отсюда увижу вот эту местность. Зачем вообще сюда проход? Ой, стоп, что я собрал? Блин. Дурацкий корень. Я почему-то подумал, что это лекарственное. Ладно, убираюсь я отсюда. И иду по квесту. Карта киберпанка, тут с артбука какого-то светится. Более полная карта написана, но она не выглядит большой, как бы. Совсем не выглядит большой карты. Наверное, она будет сильно наполнена. Так, мужик, я тут нечаянно... Корень сорвал один, печной. Че еще тебе толкнуть? Что мне в принципе может понадобиться здесь? Мне нужны стеклышки. Их я не буду продавать. Да больше... Я не знаю, что мне может понадобиться. Сердце буревестника и штука клевая. И камни грыза тоже. Бегемота оставлю. И бизона оставлю. Ладно. Все оставляю. Спиралик у меня просто завались, а где-то клевая. А, да, вот она. Плохо видно. Так, а я могу, кстати, купить. У меня уже 16 самоцветов. Пробивной или... А, ударный это типа, который как основной идет. То есть он будет мощнее. Да хотя я и этим пользуюсь. Даже больше. Ладно, сначала я этот беру. Это типа высокоточный, который здесь называется пробивным. Сколько у меня слотов на оружие? А, да хренище. Окей. Где мой основной лук? А, нет, не основной, высокоточный. Надо вытащить. Что у меня тут удобство? 59, 43 урона и 43 брони. Запомнить надо и не потерять сейчас. Так, 45 урона. А сначала удобство у меня было. 59 вот это. На урон. Холод мне вообще ни к чему, но 45 урона. Или 40 урона плюс повреждение брони. Вот в чем вопрос. То есть плюс 36. Плюс 40. Ладно, повреждение брони здесь играет некоторую роль. Я бы сказал, огромную.
О, 43 плюс удобство. Или 42 плюс урона, блин, опять. Ладно, хватит урона, пускай будет удобство. Блин, он еще дольше натягивается. Ух. Перекрестие такое странное. Ой. Ну, наверное, жахнет как следует. Даже не знаю, честно говоря. Не шило ли на мыло я променял. Но он DLC-шный, поэтому буду с ним бегать. Удобство должно было сделать мне лучше. Но все равно долго натягивает. Очень долго. Ой, наконечники так... Извините, я дурачок. Наконечники так загораются в конце. Так, блин. Он моргает прям. Странная штука. Наверное, не зря. Блин, здоровый такой. Этот у меня тоже вроде бы от них. Так, ладно, когда дойду до костра, надо будет вдоль скалы пройтись. Там будет еще один самоцвет. Да-да-да. Ну тут у вас что? Это надо ломать. Блин, длина шеймой там ходит. Ребята из этого племени не особо мне благодарны. Говорят, нахрен ты его трогала вообще. Лежал себе, долежал. Я, в принципе, согласен. Лежал бы, долежал, но он мне карту открыл. Как бы, извините, ребята. Мне это важно. И меня это интересует. Хорошо, что хоть барсуки тут не нападают на меня, как в Far Cry 5. Хотя я его не играл, но видел, что эти барсуки просто ужасные создания. Блин, интересно, этот основной лук тоже будет так долго заряжаться? DLC-шный что-то мне это перестает нравиться особо. Вау. Это круто. Сохранюсь, а вдруг опять разобьюсь со скалы. Отсюда клево. Видно дамбу. Так. Ну где он там? Коза. Я уже мимо его даже прошел, я понять не могу. Вещей он должен быть только здесь и точка. Да выше посмотреть тут. Но он не может быть там, я там бегал. Да и зона даже не захватывает. Они же подсвечиваются обычно. Где ты? Где ты, самоцветик?
Было бы видно, но серьезно. Хватит, игра. Пощади меня. Я скатываюсь уже в помойку какую-то. Самоцветные тени. Угу. Блин, он был близко. Стали сильнее прятать вещи. На основной карте все эти предметы были практически ровно по центру. Ровно по центру этой зоны. Видимо, о таких метках говорил Налтук. Налтук. Активируйте ритуальную метку дополнительно. Это ты ритуальная метка? Да, но мимо этого сложно пройти и не активировать. Ну давай. Каждая метка указывает на какую-то другую. Задает направление. То есть это дополнительное. Можно было и не туда пойти, например, вот сюда. Не сюда. И умереть. Нет. Умереть не получится. Просто не сюда. Да уж. Иду по тропе шамана. Чем она светит вообще? Как устроен этот свет? Ну чё, блин, будем дергать за ручки. Заходим. Ну чё, туда нельзя? Там вон ящик с припасами. Выход не здесь. Зато нашла снаряжение. Да. Спасибо на этом. О, клевая крутилка. В какую сторону? Я такие видел. Может, метки будет видно через визор? Если есть еще визор, поможет найти. Да тут просто один... прямой туннель, пещера, так сказать. Куда тут еще идти? Тут нет вариантов даже. Ладно, тут есть варианты. Угу. По этим крутилочкам. А тут что? Еще снаряжение. Блин, ну... я не знаю, как тут заблудиться, в принципе. Может, ладно, я больше не буду собирать снаряжение. Буду идти, куда нужно. Здесь еще один заворот оказался. Надо идти назад. Ну, не без добычи. Чисто полутаться. Чего мне уже достаточно? Я не знаю, зачем я это делаю. Все, иду. Все шаманы умеют ходить по ниткам, интересно. Я, честно говоря, тропу шамана представлял немного по-другому. Я думал, ты будешь идти сверху горы, такой холод, мороз, погибаешь, а идешь такой по пещере. И всех делов-то.
это уже коршун. Ага, визор видит метки. Только вот я их не вижу. А, вот это она, типа. Понял. Смотрел прямо на нее и не видел. Стоп. Назад. Воу. Обманула меня метка. Ну все, сейчас меня коршун да и сожрет. Что-то я не помню этой развилки. Ну, я видел. На самом-то деле. Просто визор не подсвечивал мне эту метку. Музыкальную висюльку. Вот я и подумал, что мне не сюда. Где коршун? Не сюда. Ну тогда куда же? Так и не сюда, да? А это не коршун, это ходит просто ловчий. Ловчий. Блин, меня еще заметят сейчас. Тут что-то фиолетовое, кстати. Ну, наверное, просто модификатор. А, понятно. А. Наверх. Ну, становится сложнее. Нужно ли мне к этому ловчему вообще? И путь ли это к нему? Ловчий. Надо быть осторожнее. Блин. То есть он не один. Но это же наверняка неправильный путь. А, ладно, развалю сейчас ваших ловчих. Точно, у меня копье валит. Или не сильно. Заряжу-ка 3 стрелы. Ну что, идешь, нет? Давай стреляй. Да вон он ходит. Ему пофиг на его ловушку вообще. Блин, вот ненавижу, я его вообще не вижу. Ловчий. Он же не мог тут быть один. Вышел. Ну где он? Я не хочу, чтобы он меня пугал. За
Зеркальная подвеска. Кайф. Блин, ну получается, будто реально один был. Звук-то есть звук. Щит. Ткань, укрепленный костюм. Вот это кайф, вот это не зря я пришел. Ой, ладно, набираю говна опять. Ладно, все, вам меня не напугать, я возьму лук. Блин, этот звук дезориентирует меня. Я думал, сейчас что-то прям будет. Вот прям как будет сейчас. Что, еще один ловчий? Камера странно себя так повернула. Что? По себе как-то. Почему визор не видит ничего? И никого. Ловче просто ходит. Но я как бы нажму. Это спугнуло или нет? Так он меня засекает немного. Тут я уже готов просто мимо пройти. Наверняка тут был только один модификатор. Ну, может и нет. Но я связываться не хочу особо. Это неловкая ситуация. Блин, и где моих три стрелы? Фиолетовый на ловчем. Так, это не тот. Можно мне другого? Ладно, беру спиральку урона. Да уж, ворвался что-то я жестко. За ручку дернуть. Куда оно светит? Тут
по-любому надо было пройти. Так и сработало. Аж далеко был. Так-так. Ой. Looks like выход. Пещера кончилась. Что там дальше на этой тропе? Да что дальше, блин? Это палка дурацкая. О, я там был. Как оно называется? Не подписано. Ох, активировать надо, конечно же. Чтобы знать, куда пойти. Туда. Я вас понял. Интересно. Посмотрим. Так, это головоломка. Ну, я ж могу просто по таймингу прыгнуть, правильно? Или это не решение? Так, ладно. Не знаю, правильно я все сделал. Может, там была изощренная головоломка. Доки. Да что за черт? Ладно, так тоже пойдет. Могу ли я вообще заплыть вверх по течению? Похоже, нет. Видимо, это место для тех, кто упал вниз. Но тут же где-то должен быть свет. Блин, какой тут водопад. Ну да. Хрен знает, где этот самоцвет. Возможно, я его сейчас найду.
знаю, что он там мучает животное. Короче говоря, кошка была помыта. И как перебраться? Активируйте мост. Где пигмент? Вниз, потом вверх. Тут должен быть пигмент. Да, вот он. Короче, не знаю, могу ли я спрыгнуть. Похоже, надо добраться до веревки. Добраться до веревки. Ладно, а вот. Хотел, блин, спрыгивать просто. И разбиваться. Вот тут наверх. Так, пигмент собран. Мокрая кошка пришла. Хорошо, что есть броня. Думал, она меня подбросит как-нибудь туда. Но нет, нужно просто пробежать. Интересно, это было бы смертельным падением без этой брони? Возвращаться по этой тропе, раз тут есть канат обратно. Даже не знаю.
совсем. Это просто ящик с припасами. Но какого цвета? Там не может быть просто какой-то рандомный говёный ящик. Может. Зачем я вообще? Я не понимаю, зачем мне эти деревья. Было очень увлекательно. Шаману пока прям радует. Мороз чем-то похож на солнечный ожог. Ой, ты не ожидал. Что-то невиданное. И явно очень злое. Дай просканировать-то. Медведь. Не дает сканироваться. Не до. Хе-хе. Развлекуха. Угу. Даже не знаю, куда пойти. Вперед и вверх. Вперед и вверх. Это что-то неслыханное. Ну, хотя бы снег красиво подсвечивается. Да, вот вышка. Захватывать вышки тут надо. Ящик с припасами, ящик с припасами, ящик с припасами. Блин, медведь. Блин, она мне выключает броню. Стоит задуматься о броне с резистами обыкновенными. Чё, у меня от холода нифига нету, да? Ну да, зачем мне от холода? Есть вот такое. Так, сохраняемся. Определенно. Были кусты, я видел, прячься. Типа он меня не заметил, да? А, оно разве так выглядело?
Ледоклык. Жжем огнем, хотя он не сильно уязвим, раз он демонический. Вот, электричеством топливный элемент можно взорвать. Блин, Эпсилон, надо было в котел сходить, хотя я не знаю где. Ну, он тут один, типа, ходит, да? Рассчитано на то, что ты будешь приходить в этой броне, даже прикольно. Тихонечко. Башня больше не выключит мой щит. Блин, он обездвижен. Критическим. Ну. Ой-ой-ой. Котенок, пожалуйста. Если хочешь сесть, сядь. Тут ледоклык вообще-то, котенок, понимаешь? От него и насажу три стрелы. Друже, ну погибай. На последней стреле. Страшная новая машина повержена. Продолжаем поиски ауры. То есть придется лезть наверх. Ок. Меня это устраивает. Вполне себе. Для копья синенькая. Зачем она мне? А куда там? Вот это? Я так и не понял, нужно ли обязательно уничтожать эту башню, или просто ее захватить можно. Но на всякий случай. Я ее взрываю. Хорошо, что она покосала медведя. Это в мои планы не входило, но сработало отлично. Места. О, это что за иконочка интересная.
Вот я не могу здесь залезть. О, slow motion. Чудесно. Ну это оно, я так понимаю. Почему оно не сканируется, правда? Ну. Или не оно, я хрен знает. Может, мне сейчас по квесту покажут, как выглядят эти кристаллы, которых я знать не знал. И не подозревал даже. Видимо, это и есть храм первой бури. А, сказал отколоть кусок самоцвета. Точно, точно. Понятно, почему он столько стоит. Это буревестник. Класс. Да, он же действительно говорил отколоть кусок. Скоро куски закончатся. Если все придут так откалывать. Да уж, куда меня занесло? Прям как в Death Stranding. Только я не доставляю ничего. А жаль. Это опять будет для копья. Но нет. Нет места. Блин, классная вышка. Но тут сказал, антенна. Она именовала храм и поднялась в гору. Значит, у них вверх по ступенькам. Ступеньки человеческие. Не то, что вот это. Вот. Блин, там что-то клевое. Придется мне искать другой путь. Так, а как насчет вот такого пути? Нет? Нет? Не работает. Древняя дверь. Может, Аурея за ней? Как удобно расположено. Убежище Аурея. Почему она так решила? Ладно, эта игра решила. Да. Готов слушать. Усовершенствование. 2046 года. Ой, старый зайчик. 16 часов в попытках установить обновление для повышения производительности центрального процессора. Проекту барьера нужны мощные мозги. Будем надеяться, мне моих хватит. Да за 20 лет до конца. Мы многое успели сделать, но всякий раз, когда она проходила мимо, я ощущал запах ее волос. Ну дела. Пойду-ка я лучше спать. Пойди, пойди. Или что-то типа того. Куча странного оборудования. Что это было за место? Да, тут не убил и истреблять некого было. Я так понимаю. Просто сам замерз, чувак, наверное, без поддержки мира, которого не стало. Аурея пошла слушать голоса, наверное, какие-то. Сейчас ей опять скажут, дверь закрыта, и она такая, о, богиня, великая мать. Этажа. Так, фигурка тут есть. Это мы запоминаем.
будет найти. Облом с припасами. Говорит начальник отдела безопасности Бевинс. Повторно высылаю запрос на экстренное снабжение. На этот раз будьте любезны прочитать, говнюки. Не то придется мне позвонить своим знакомым в комитете. Тоже когда все вымерли, интересно. Да, это интересно, действительно. Так. Секретка у нас тут. Возможно. Так, ну метка говорит, что мне сюда не нужно было попадать. Ой, не та кнопка. Наш шеф по безопасности Бевинс. Просто мелкий тиран. Гоняет нас тут всех как собак. Даже чихнуть лишний раз нельзя. Все? Угу. Угу. Блин, записка. Все-таки насчет двери. Что с ним? Че с дверью? Орбикулярная панель. Узел источник. Включите его. И посильный тоже. Повернуть остальные узлы. Поток данных. Головоломка. Угу. Сейчас буду потоки данных перенаправлять. Эти узлы на полу, видимо, соединены с дверью. Стоп, мне сюда надо было. Черт. Ну да. Подача энергии к двери. Справедливо. Вон на том красном горелом. Блин, вечно я все не так делаю. Может, скажет, что умного, если я сюда подойду. Похоже, уже нет. Теперь мне туда и надо, а тут тогда что? Дверь типа откроется. Блин, опять не то нажимаю. Как мне объяснить Кенни, что проект «Барьер» обречен? Без искусственного интеллекта, способного не только думать, но и чувствовать. Стоп, что-то я такое уже... Рот я тут в записи. Но у нас тут был до недавнего времени такой интеллект. Гея мне, кстати, горела все отстроить. После того, как Аид умрет. Ну, что-то... Во второй части будем строить, походу. Если она когда-нибудь выйдет. Ну, поскольку игра супер офигенная, то выйдет. Мне с одной стороны не хочется, чтобы она заканчивалась, но блин. А хочется ее Uncharted начать. Так уже, наверное, 100 часов набегал тут. День благодарен. Пришло еще одно письмо от сестры. Нет времени даже подумать, а уж тем более что-то ответить. О, фотка девочек, которую она прислала, тоже давит на совесть. Фотка Женя, кажется, гордится своим костюмом пилигрима. Черт. Я никогда еще не пропускал День Благодарения. И шансов, что навещу их на Рождество,
Тоже почти ноль. Даже не могу объяснить им, что работаю тут ради их защиты. Облом, бро. Я пришел убивать машины и решать головоломки. Как я посмотрю, машин здесь убивать не нужно сейчас. Так. Угу. Что произошло? И что мне делать с этими огоньками? Перенаправьте поток данных. Оу, шит. Это плохой поток данных. Да блин, не в ту сторону. Даже не знаю, как решить эту головоломку. Да вечно я не в ту сторону кручу. Оно как-то не интуитивно показывает, в какую сторону мне нужно. Ну все. Ладно. Проверим, открылось ли дверь. Воу. Горит. Ой, извиняюсь. Да, с такими головоломками не соскучишься. Такую фигню даже в Человека-паука добавили. Трубы, блин, крутить. Зачем? Зачем? И не в таком виде, а в отдельной мини-игре, как в этих дурацких. Ай, ладно. Не важно. Игра-то лучшая. Здесь есть куда полезть. Если можно лезть по стене. Здесь есть. И мне что-то подсказывает, что нельзя лезть по стене. Да. Паркур, паркур. Ты не туда немного прыгаешь. Кончиках пальцев. На каком я уровне сейчас? Угу. Не на том, что нужно. Я думаю, сильно искать вообще ничего не надо будет. Оно у меня появится прямо перед носом. Как-то тут все некрасиво. Текстуры не прогрузились или так и надо? Ладно. Ох, свежий воздух. Опять я снаружи. Может получится пробраться внутрь по вон той конструкции? Ну, конструкция вообще балдежная. Такая себе вертолетная площадка. Похоже, в сюжетной миссии время не идет, солнце не садится. Как мне кажется, блин, вулкан плохо видно. Но сейчас, наверное, будет хорошо. Да, надо на площадку залезть вертолетную. Блин, круто-то как. У меня иней на зубах. Иней на зубах.
Да. Красота. Сохранение даже не помешает. Вдруг там медведь сидит в горящей машине. Давай, я у Рея. Это то самое место на карте, да. Прямо рядом с фигуркой сидит, наверное. Блин, опять текстовый. Второй этап завершен. 46-й год тоже. Уровень инфраструктуры. Ну, а что за проект-то у них? Не написано, наверное, в каком году по поводу припасов. Ладно. Да. Тусуется она тут что-то. Мутки мутит какие-то. Не пускают. Пускают. Так. Взлом меню. Кто-то взломал меню. Теперь кто-то там отображается нецензурное послание в адрес нашего коллеги, мистера Бэйвинса. Объясните, это самый продвинутый геологический проект за всю историю мира или школьная раздевалка? Короче, хватит. Интересно, интересно. Геологический проект за всю историю мира. Угу. Так, это та шахта, шахта лифта, которая поднимался, да не доподнялся. Так. Не буду с тобой говорить, пока фигурку не дашь. Похоже, буду. Я вновь прошу, как просила уже тысячу раз. Ответь мне. Кривовато получилось. Вот эта линия последняя. Укажи мне путь. Нет молитвы, что ты услышишь. Нет печати, что разобьет оковы. Да тут надо трубы соединить. Слушай, сейчас я все сделаю. Я не помогу, пока ты молчишь. Хоть шепни, больше не надо. Направь меня. Соединить трубы надо. Кто? Нет. Как? Как он? Как ты сюда попала? Сама душа закрыла проход. Угу. Но... с помощью этого. Могу показать. Да. Это покажи. Божья помощь. Пожалуйста. Если фигурку отдашь. О, медведь. Ох, какой медведь. Так. Неоспоримые потери. Нам тебе не нужно спорить, на ком стирка.
Мы спорим об рациональности машинного интеллекта и его ограничениях. Ага. Все. Спасибо. Меры безопасности. Орбикулярная панель на нижней защитной двери. А это резервный дата-центр, то где я нахожусь. Цели ставят перед центральным процессором. Если нужно будет переслать инструкции команде, то получить доступ к системе, активируй узел источник в середине, а затем соедини трубы, чтобы направить поток данных. Да. Если я с первого раза не понял, то со второго уж как понял. Так, ну вроде больше ничего интересного тут нет. Там только дверь есть. Да, ее видно, типа. Или нет. Так, что делаешь? Давай трубы крутить. Махает руками вокруг копья. Но смысл наверняка тот же. Довести свет до источника. Так, окей. Пойдем с конца. Это всегда правильное решение, мне кажется. Это будущее. Вот эти сейчас крутить куда-то. Так, вот в какую сторону поворачивать, чтобы получилось в ту. Так. Похоже, ничего не получается. Я довольно близко подошел к решению. Просто как-то тут некуда перенаправлять. Блин. А как по-другому можно сделать в теории? Куда-то вот туда направлять. Но так же не получится ничего. Вот же вход, куда сюда же нужно напуститься, скорее всего. Блин, ладно. Нет, так все равно ничего не получится. Что можно с ними сделать? Их можно как-то переместить, вытащить? Вот же, блин. Ваша машина не сможет сюда пройти. У меня ее нет. По-другому она не будет работать. Что за черт?
Ну вот, все оборвалось. Логично. Не понимаю пока. Тут же только два варианта. Либо сюда, либо сюда. Ну и это сейчас заглохнет. Или надо просто попробовать, чтобы что-то сломать. Нет. Может просто зарядить и направить? Нет. Бред какой-то. Это я не могу крутить. Я не думал, что это будет такой сложной головоломкой. Что за черт? Ладно, может оно от красного как-то пойдет. Не пойдет. Ничего никуда не пойдет. Так, слушай, у меня не получается нифига. Я тебе хотела показать. Тогда поговорим. Ну я на самом деле просто руками махаю. Она что, нифига не видит. Как-то это все неловко получается. Он светится желтым, когда я подхожу, да. Ну, у меня не получается, женщина. Оно не соединяется. Что я могу сделать-то? Как пофиксить? Лол. Просто не работает ничего у меня. Так, стоп. Я что, действительно настолько умственно отсталый? Господи, надеюсь, этого никто не видел. И не увидит. Такой, думаю, пойду с конца. Как большой умник, все решу сейчас. Да-да. Уже решил. Все-таки придется задействовать эти фиговины. Позарили. Это не шутки. Ты слышала? Да. Голос души, взывающий ко мне с громового барабана. Она сумела на мгновение сбросить с себя оковы демона. Благодаря тебе. Угу. Кто демоны? Ты? И чего ты хочешь?
Я Элой. Всего лишь инструмент. Сказал, я тебе пригожусь. И он не ошибся. На спасение мира. Это было откровение. Теперь я точно знаю, что душа еще жива. Может, вместе мы сумеем ее освободить? Не будем забегать вперед. Я пришла сюда за ответами, и пока ни одного не услышала. Я думаю, ты и есть ответ. Но я расскажу тебе, что смогу. Бургрен сказал, ты можешь знать человека по имени Сайленс. Вы могли встречаться с ним на совете. Когда звучит это имя, всплывают секреты. А иногда исчезают. Почему ты спрашиваешь? Он совершил нечто ужасное. Но еще он помог мне, как никто другой. И я знаю о нем не так много, как хотелось бы. Могу представить, его помощь велика, но за нее придется заплатить. Чего еще мало было? К сожалению, я поклялась совету, что сохраню это дело в тайне. Я понимаю, но ведь мы с тобой пытаемся друг другу помочь. Да, но я же не могу нарушить клятву, это недопустимо. Ну, сука. Я могу еще раз, оно белым подсвечено почему-то. Насчет Сайленса. Я все тебе сказала. Больше мне нечего добавить. Ну ладно. Ты явно не понаслышке знакома с этой, как ее, душой. Она спасла мне жизнь. Здесь, давно, когда шла война с Ханха. Налетчики разметали мой верак, я осталась одна. Я заманила врагов в сугробы. Уже забыл, уйти от них в тумане, но не смогла. Что есть такая пришлось штука, как укрыться тут, в пещере. Верак. Я услышала голос. Такой же скиталец, как и я. Душа синего света, отделенная от него. Она просила о помощи, выбрала меня. Но я не могла помочь, ведь за мной гнались Карха. Она помогла мне сама. Закрыла люк в горе, тот, что ты, по всей видимости, открыла. Заперла тем же механизмом, как в этой комнате. Она спасла меня от них. От Карха. И тогда я смогла помочь ей. Синий цвет, наверное, ей тоже нравится, как и вам. Что эта душа от тебя хотела? Она сказала, что ранена. Не полна. Ей нужны были кости. Детали, вроде тех, что в машинах. Они нашлись. Прямо здесь. Она просила отнести их к барабану. Я отнесла. Она показала, как исцелить ее. И мы стали общаться. Интересно. Ты говоришь, что общалась с душой? Да. В недрах барабана есть комната вроде этой, только больше, с алтарем. Я часто ходила туда поговорить с ней. Что она говорила? Она сказала, что ей нужна моя помощь. Задавала вопросы про наши земли, про племя. И она слушала. Терпеливо. Внимательно. Блин, клевая у нее прическа. Я поведала ей то, о чем давно молчала. О своей семье, своих мечтах и страхах. Из оптового окна сделала. Она не уставала от меня. Не осуждала. Общаться с ней было легко. Ой, блин. А кем? Долго. Может быть, это душа? Ну да. Ты не Банук, и наши песни тебе неведомы. Ты не знаешь о синем свете. Свете, что заставляет биться наши сердца и оживляет машины. Воплощение жизни и в ее чистейшей форме — гармония. После того, как машины озлобились, этот свет угас в нашем мире. И души, что он питал, осиротели. Вот кто она. Покинутая душа, лишенная главного, одинокая, забытая. Я должна помочь. Мы должны. Я пока не очень понимаю, но хочу понять. Этого хватит. Okay. Демон, что ты знаешь о нем? Я много раз говорила с душой. Сперва здесь, затем внутри барабана. В прошлый раз она сказала, ей угрожает нечто, что не дано увидеть простым смертным, злая сущность. Некий демон. Он хотел заставить ее служить себе. Она просила помочь. Уничтожить ее, если потребуется, только бы не
отдавать ему. 5 лет назад. С тех пор я ее не слышал. До сего дня. Что помешало тебе прийти ей на помощь? Я пошла к Аратаку просить содействия. Но тогда еще бушевала война с Кархой, и по пути к нему меня схватили соколы Безумного Короля. Они увели меня в Меридиан. Я вернулась к барабану только после освобождения, и то не сразу. В прошлую оттепель. Вы вернулись к барабану. Поход закончился плачевно. Я видела похороны. Да. Когда мы наконец заключили мир с Карха, Аратак и я собрали верак лучших охотников сразить демона. Но теперь старого пути к барабану не было. Нас встретили непреодолимые врата и много машин. Нас разгромили. Пришлось отступать, потеряв лучших воинов. Они так и остались там, на снегу. А после мы с ним разошлись во мнениях, что делать дальше. Я пришла сюда, вопреки всему, надеясь вновь услышать душу. И благодаря тебе услышала. Услышала. Ну, так, пойдем. Давай-ка еще раз. Мы слышали 2 голоса. Один — некая душа, которую каким-то образом пленил некий демон. Кем бы ни был этот демон, он связан с машинами. Это он сделал их опаснее. Интересно, как? Душа находится на горе Громовой Барабан. И демон тоже. Так давай пойдем туда и во всем разберемся. Нельзя. На барабане очень опасно, ты даже себе не представляешь. Да ладно. Гора под властью демона. Да ладно. К тому же, Аратак все равно нас не пустит. Он вождь, он всем здесь распоряжается. И слушать он никого не станет. Так вам нужен новый вождь. Да уж, это бы многие поддержали. А ты говоришь охотник. И наверняка ведь незаурядный. Чё бы. А это возможно. Даже для чужачки. И Аратак обязан ответить на вызов, если весь Веррак будет знать тебя. Стоп, а я должна бросить вызов? Я не хочу быть вождем, а уж тем более у Бану, которым я поперек горла. Но ты же хочешь попасть на Громовой Барабан? Но? Ты слышала душу. Она страдает. Ее терзает демон. Бьем просто Она чувака. Рвется на свободу. Может быть, если ты ее освободишь, она даст тебе ответы, которых ты ищешь. На что я только соглашаюсь. Ладно. Что делать надо? Убивать. Докажи Вераку, что ты достойный претендент. Пройди охотничьи угодья. Убей разбойников в зарубке. То есть их обязательно надо пройти, да? Поможешь ей. На тебя обратят внимание. Ну ладно, я все сделаю. Когда придет время швырнуть копье под ноги Аратаку, я буду там и поддержу тебя. Спасибо, спасибо. Жду здесь. Если у тебя будут вопросы, приходи. Да. И еще. В ящике лежит оружие, как у меня. Возьми. Может пригодиться. А что у тебя? Я... Буревик. Ну, я как бы не против, да. Буревик Бонук. 6 самоцветов. Неплохо, неплохо. Так, давай. Ну, блин, он синенький. Пройти по тропе шамана. Оу. Неплохие спиральки, походу. Так, и что оно такое? Наэлектризованными боеприпасами. Заряд накапливается.
Блин, опять вместимость прокачивать. Ну, ё-моё. А я могу. Кость белки теперь нужна. Не хотелось белку убивать. Окей. Окей, то есть мне сюда спираль электричества чисто нужно. Или удобство. Но повреждение брони тут ни к чему. Ну ладно, вкручу. Чтоб побольше было, понадобится выкручу. Я ж теперь умею. Да, хватит. Да-да, очень здорово. Пусть так анатомиота возьму. Обучающие задания. Сколько знаков восклицательных. Я же это все и так уже слушал и смотрел. Блин, гол. Я думал, у нее просто копье какое-то. Это рейлган. Ладно, я это возьму. О, починить длина шеи, это я сделал. Добудьте пигменты. Блин, ну это просто... Просто все побочки нужно сделать, чтобы... Ладно, спасибо. Я пошел. Будто все эти зимы пришли одновременно. Да солнце вроде светит, ладно тебе. Че бухтишь? Пойду по этой тропе, получается. Где оно там? Мне залезать не нужно. Вдоль него надо идти. Туда в елочке. Дали бы мне санки какие-нибудь свои, вон как я скатываюсь умело. Белка. Блин, не видно ее нифига. Блин, белка. Бежала белка от меня. Капец. На белке можно за границей, а мне нет. Это что такое там? Блин, белка.
Стоять! Стоять, белка! Блин, опять убежала. Да? Ну дает белка. А вон она. Оп. Стоять. Блин, это шкура. Нет, это вообще талисман. Еще белка. Оп. О. Вот и кость. Стоять. Стоять, куда ты катишься? Успел. Шкура белки, кость крысы. Понял. Где тут, блин, крысу найдешь? Интересный вопрос. Так, лады. Так, ну охотничье угодье, значит. Нельзя переместиться. А как костер ваш выбрать? Тут же был костер. Специально на него пришел. Так, хорошо. Выключаем. Вставляем костры. О, сволочи, я же видел его. Я на нем даже сохранился. Ну, недалеко. Белка, мне нужна твоя шкурка. Нифига там деревья ломаются. Так, а мне можно туда не ходить? А у меня обучающее задание как раз включено. Ну ладно. Прощай, гризли. В смысле, прощай, гризли. Вон он там стоит. Умер последний в мире медведь гризли. Блин, вот это отстой. Ну, Гея, так сказать, вернула его к жизни. Не буду слишком много читать, а то еще заскучаем. Хотя со мной по-любому заскучаешь. Так, ну что, просто... Бро... Просто начать в него стрелять, что ли, из этой фигни своей новой. Пироги-то наверняка разбегутся. Лучше бы разбежались. И еще один ледокол. Нужно подготовиться.
электрическая ловушка. Ага, его путь вот такой. Вот в этих кустах нельзя спрятаться. Ну, значит, ничего не получится. Это куда? Бро? Киса. Мне не видно ничего. Слезай. Будет возвращаться вообще. Ладно, я поставлю. И начну шмалять. Дайте электрические... А, он неуязвим. Неуязвимый. Похоже, нет. Я зафакапился. А, если я выстрелю ему... Так даже попадает мне. Это жесть. Попал вроде. Дурак, что ли, убегает от меня. Блин, он же... Так. Взять, надо ему стрелять. От этого как уворачиваться, я еще не понял, честно говоря. Последней стреле его убил. Отвалите, пожалуйста, господин Копьеров. Вы же не дурак. Видимо, дурак. Нужная. У меня никогда такой не было. Здорово, ребята. У меня тут стелс.
Как он такое? Так, не успел по жопе дать. Здрасте. Блин, он же уязвимый к электричеству. Кто у нас еще уязвим к электричеству? В этих краях. Надо было его вальнуть этими штуковинами. Он умеет перезаряжаться, нет? Этих руин. Что ж, ладно. Копьеру возвращается блудный сынишка. Костюмы еще звуки. Так, где-то тут. Нет, это не тут еще. Означает охотничье угодье. Почему именно в этом месте? По центру. Так, а меня туда не пустят, да? Окей. Самый легкий квест. Че, мне сейчас жопу будут натирать или что? Уж интересно. Ну хотя, если это нужно, по основному квесту DLC-шному, может, тут не будет сложно. Тем более у меня есть электропалка. И на лук не хватает.
Так, окей. Блин, а книжара до хрена. Так, ладненько, давай рассказывай. Чё почём? Ну вот же костёр, почему его нет на карте? Почему? Издеваются, да, надо мной? Вообще, время уже позднее, наверное, пора заканчивать. Продолжу завтра. Спасибо моему дорогому нулю зрителей. До свидания.